Для детей и школьников Затверечья областной столицы открыли спортивную площадку. Наша съемочная группа побывала на месте нового поля. Спортивный объект открыли на пересечении Думановского переулка и улицы Ломоносова. Инициаторами создания футбольного поля выступили местные жители, и их поддержали депутаты Тверской городской думы. Это тот вариант, когда инициатива граждан, жителей была поддержана и получила вот такое воплощение. Мы сразу за эту идею уцепились, потому что сейчас много говорят о доступности спорта, в том числе на федеральном уровне. И мы знаем, что в городе у нас неплохие возможности заниматься спортом, но на коммерческой, так скажем, основе. Да? А наша задача, конечно, приблизить максимально спорт к жителям с тем, чтобы они, ну, чтобы это было доступно, чтобы это было возможно и для девчонок, и для мальчишек, и также их родителей, чтобы они могли прийти сюда, погонять в футбол, поиграть в волейбол, другие подвижные игры. Раньше на этом месте было стихийное футбольное поле. Здесь была подболоченная местность, где сами ребята из досок соорудили ворота и играли в футбол. Теперь у них появилась возможность заниматься футболом и другими массовыми видами спорта на более высоком уровне. Но это еще не все. На площадке установлена сетка, чтобы играть в олимпийских вид спорта – волейбол. На новом стадионе оборудовано поле на песчаном покрытии. Спортивный объект построили за счет депутатских средств. Мы решили, как бы учитывая, что это место именно как бы и как бы уже сами жители определили, что они здесь хотят, мы решили в этом им помочь. Уже мы видим, что здесь есть футбольные ворота, столбы под волейболы. Ну и, конечно, при более благоприятной погоде здесь дети смогут заниматься спортом. В следующем году на новом поле планируется установить ограждение. Самое главное, что спортивная площадка будет общедоступной. Она открыта ежедневно для всех.